На мой взгляд, что сейчас мы все должны сплотиться в едином направлении, которое касается поддержки нашего президента, защиты нашего государства от внешних врагов, от тех людей, которые готовы изнутри наше государство разлагать. Дополнительная задача – это те ориентиры, которые мы можем и должны давать нашим молодым ребятам, нашей молодежи, в том числе студентам, студентам педагогического университета. И, на мой взгляд, они должны быть тоже направлены на сплочение нашей государственности. И вся молодежь, все взрослые люди должны в едином ключе понимать те задачи, которые есть, и выполнять те задачи, которые ставит перед нами президент.